Более 6500 камчатцев прошли первый этап диспансеризации. Одним из популярных вопросов среди жителей полуострова в соцсетях и обращений, поступающих на платформы обратной связи, остается вопрос восстановления здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции. По словам медиков, решить проблему поможет прохождение углубленной диспансеризации. Углубленная диспансеризация проводится вместе с первым этапом диспансеризации для того, чтобы полноценно все пройти, закончить и узнать свое все-таки состояние своего здоровья. Необходимо закончить и тот этап, и этот. Это будет производиться в один день, сразу при обращении. Вам дадут все анализы, все направления. Вам просто нужно будет выбрать для себя удобное время, чтобы это все пройти и посетить врача. На первом этапе процедура позволит выявить имеющиеся проблемы со здоровьем. Далее пациента направят к узким специалистам. Только после прохождения двух этапов назначают лечение и процедуры для восстановления здоровья. Записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, обратившись в регистратуру или самостоятельно через специальные автоматы, а также по номеру единого колл-центра 122 и через сайт госуслуги. We'll be right back.